Club Dance Palace präsentiert. Club Dance Palace präsentiert. Club Dance Palace präsentiert. Wieder eine Werbung. Es schaut sowieso niemand an. Big Extra Show. Шоу, 11 эпизод в городе Кобленц, в клубе Dance Palace продолжается. Что для тебя клуб Dance Palace? Только хорошее. Для меня Dance Palace — это моя семья. Я сюда хожу уже примерно 8 лет. Ну, клуб очень интересный, хороший, веселый, музыка классная. Dance Palace ist für mich der einzige Ort, wo ich wirklich tanzen kann. Ich würde sonst nirgendwo hingehen. Dance Palace реально рулит! Это для меня все. Это мой родной дом. Все мои 20 лет в Германии, все мои выходные и праздники. Полный расслабон, классная музыка, прекрасно все. Big Extra Show! Пальцев на руках не хватит, чтобы их перечислить. Воспоминания очень много, очень хороших, и только самое хорошее. Мои две подруги здесь познакомились с парнями и вышли замуж. Я здесь праздную все свои дни рождения, Новый год, карнавал, Валентинстаг. Это очень приятное ощущение. Dance Palace, мы тебя любим. Мы тебя любим. Жотем. Мы тебя любим. Dance Palace, мы тебя любим. Мы тебя любим. Мы тебя любим. Dance Palace, мы тебя любим. Big Extra Show. А на улице тепло. А на улице светло. Куда сам не знаю. Все гуляют до утра.
вами диджей Трекстайл и диджей Шурик сегодня тоже здесь. С нами сегодня группа Арбат, самые классные ребята на этом мире. Мы сегодня сделали просто очень-очень классную партию. У нас будет новое открытие в новой дискотеке в город Коблинск. Лёш, трасса 57, приходите, не пожалеете. Группа Арбат будет у нас еще не раз выступать. А сегодня было супер-супер-мега-бупер-пати. Всем пиз, ребята, пока! Я надеюсь, что в новом месте у него будет столько же фольк. Я по-русски не знаю, как это сказать. Очень много новых друзей, новых гостей. И в новом месте это будет такая же большая, дружная семья, как сейчас. И все это мы постараемся сохранить. Наверное, глупо, наверное, странно уйти навеки без сожаления. Но только знаю, что есть надежда на продолжение. И на последней странице каждый прочтет сквозь слезы о самом важном, ведь все мы люди, всего лишь люди. Мы верим в чудо. Как жаль, гаснет в окнах свет. Разлука кажется нам вечной. Как жаль, ты прошепчешь вслед. Жаль, но все равно. Alle anderen Episoden findest du unter www.bigextrashow.de.